Друзья, доброе утро. Сейчас ездили в магазин. Забрали, заехали к бабушке на работу. Забрали, она тут взяла вот такие вот малиновые, такой десерт. И манговый тоже попробовать. Малиновый, кстати, пробовали, он вкусный. А вот манговый еще не пробовали. И забрали у нее то. Ну, вот этот маковый. Он называется лепешка маковая, но в сути это торт. Вот здесь написано так вот с Новым годом, открывать не буду, и вон снеговички нарисованы. Это такой же, который мы брали, который она продала на свой день рождения. Вот, только этот в размере побольше. Да, короче, забрали, заехали. Так, и еще тоже забрали ее подарок, заехали на Wildberries, он как раз пришел. Тоже потом вам уже покажу ее подарок. Все, я подстриг Марселя, правда, у меня не хватило заряда машинки, поэтому... Я ему не закончил делать лавки, вот здесь вот ушей, видите, немножко, но я ножницами подровнял. И также вот здесь вот тоже по бокам ножницами все убрал. Но обычно мы хотим этим машинкой выпрямать виски, ну как и с этой остальной собакой. Марсиша, но пока что я вам подстриг именно ножницами, чтобы он хотя бы вид такой у него был опрятненький, потому что пока у меня будет некая машинка еще заряжаться будет. Ну, Вася, уши-то поставь. Марсиша. 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 Марсик. Это вам последствия нашей стрижки. Сейчас вот это все выдирает. Марсель. Иди сюда. Иди сюда. Марсиша. Марсиша. Ой, красивый, какой красивый. Марсиша. Вот как. Даже так. Ах, красивая. Марсиша. Ладно, все, буду это все дело подбирать. Так, ребята, мы начали немножечко готовить. Папа здесь начистил картошки на салат, на селедку пришел. Я такой как-то много ее почистил, но ладно. То, что он еще пойдет к соседу в баню и тоже салатик-то так как принесет. Посидят они там покушают, поэтому, ну, в принципе, нормально, картошки, ладно, хватит им. И здесь варится морковка, свекла, вот, так что яйца мы уже сварили 10 штук, я достал крабовые палочки, эти, размораживаться на рулетики и на крабовый салат. Вот, папа чистит тоже луковицу, сейчас мы ее покушаем, и потом, наверное, начнем резать, он будет резать лук и как-то это делать, вот. И яйца. Яйца, наверное, просто через эту штучку пропустим, через такую. Не, нормально. Ну, хотя, нет, надо их будет тереть. То, что мы будем делать тарталетки. И вот в тарталетке надо это, тертые яйца. И креветки, наверное, тоже надо сразу же достать. Вот. Так что готовка у нас идет. Да, главная помощница у нас. Да, а сейчас еще покажу Ванин подарок, который мы сегодня купили. Вот, а Ване мы подарили вот такой вот светильник, она его давно хотела. Такой классный в форме этого, знаете, фонаря такого. Такой легонький, хорошенький. Вот такой вот классный, еще он светится. Сейчас поставлю вас, покажу. Так, здесь он включается. Опа. Видите, как прикольно светится, работает на батарейках и светится, конечно, еще прикольно, как настоящий, да? Круто, короче. Мама довольна. Он такой, видите, как немножечко состаренный. Сделан. Ну, короче, прикольно смотрится. Вот так что. Все. Главное с подарком. Там папочкин подарок. Ну, папочкин подарок я вам потом покажу. Я уже говорил, что его покажу. Вот, там тоже одна вещь, которую она давно хотела себе. Вот, и Фате мы тоже подарили. Фате мы подарили мышку. Хорошую такую компьютерную. Я вам ее покажу потом. Он ее уже, наверное, сделал на второй этаж. Она такая, знаете, игровая, короче, вообще крутая. И светится прикольно, тоже покажу вам потом. Очень столько раз уже сказал, тогда покажу вам потом. Короче, покажу потом. Так, ребят, показываю процесс. Я уже, сделали, точнее, селёдочку под шубой. Сделали еще нашему соседу, так что пошел относить. Так, что еще? Ну, здесь все по-старому поставили. Делается рыбку. Рыбка. Вон такая вот красная у нас. Сделали ее.
поставили только что делаться. Вот. И здесь у нас что? Здесь мама нарезает крабовый салат, порезала здесь крабовые палочки, лук. Здесь она чистит креветки, и здесь еще вот эти палочки остались для рыбы. Вот, и сейчас мы будем делать тарталетки. Смотрите, вот такая вот рыбка у нас получилась. Здесь у нас нарезка, здесь мясо, сыр, рыба, салат. Второй салат, это вот морской. Так, здесь тарталетки. Здесь получается яйцо, сыр, креветки, а во втором это икра. Вот такие вот рулетики здесь у нас с креветками и остальные с крабовыми палочками. Так, тут еще просто икра, здесь вот остатки этих. Ну, в холодильнике я уже показывал, там стоит селедка под шумой. Ребят, я на улицу вышел, мы уже встретили Новый год, и тут у нас это поляр салют у нас. Пойдем посмотрим, он стоит, нет? Блин, не успел, опоздал. Вон там он тоже кто-то гуляет вдалеке, на камере темно, все не видно вдалеке. Но только что прям кто-то около нас тут гулял. Мы встретили Новый год, всех с Новым годом. Поздравляю. Слушайте, хлопки. Вот это столько у нас тут салюта взрывается. Один раз я здесь насчитал одновременно 17 или 18 салютов запускали. Один год какой-то. Вон, видите, там салют. Там вон где-то салюты прям видно по небу. На камере, конечно, не видно, но так видно. Катушки на меня бег. Всех с Новым годом. Мы сейчас пьем чай с тортиком. Там соседи бегают. Вон салют у нас. Как красиво на соседней улице пускают. И вон там он тоже падает. Кольца. Вон, все, я домой пошел. Всем доброе утро. Мы проснулись. У нас сегодня типичное утро 1 января. Мы проснулись, как обычно, в 11. И поели салат. Собаки, вы че пришли сюда? Собаки. Опа. Так, надо. Кыш. Вот, вот. Завтракали, сейчас все разошлись. Еще полежать. Немножко нет. Сейчас со стола уберу. Тортик зашел на ура, на лепешку. Очень, кстати, вообще вкусно. Вот это, наверное, самая наша одна из любимых теперь лепешек. И какая-нибудь такие прослоечки. Так что осталось немножко. Это тут тоже все подъели, доели. В итоге, кстати, папа просил сделать ему этот салат с селедкой под швой. В итоге его ел один только я. Кстати, он такой вкусный получился. Я, который вообще не хотел его делать, сейчас его ем. Мне такой нравится. Он такой прикольный. Мы так давно не делали этот салат. Селедку под швой. Я, ребята, поставил камеру на зарядку. Она у меня разрядилась, так что сейчас немножко зарядится. Вот. А я пока буду убираться со стола. И на кухне надо немножко тоже убраться. Вот. В принципе, этим я сейчас и буду заниматься. Ну все, ребята, я убрался здесь на столе. Сейчас надо Гришу вот еще накормить. Здесь я тоже убрался, по-моему, посуду загрузил, посудомойку. Сейчас я потру вот эти вот хрустальные стакашки. Кстати, посмотрите, какие красивые. Такие вот хрустальные стаканчики. Очень классные. А потру сейчас их, чтобы их сразу же убрать, чтобы тут не таскались. Вот эта вот ваза тоже, она хрустальная. Смотрите, какая красивая. Это мои прапапушки. Да, вот классно, то что сейчас я потру здесь вчера. Цветочек стоял. Вот, в принципе, я потру посуду. Почищу. Ой, свет надо тут включить. Почищу тут раковину немножечко. И вот у меня там в хате варится. Так что варю сейчас хатюшки еду и пойду его кормить. Здесь у меня овсянка, макарошки, сердечки. Thank you.
Ну, в принципе, вот так это проходит. Ну, время сейчас. Давай еще, наверное, запущу. Время же 12:50. Вот так вот. Гриша. Гриша сидит вот. Думаю, на Гриша через спать не давали. Да? Гриш не выспался. Зелененький мой покупальчик. Гриша. Гриня. Ну, Гриня. Ой, ну что ты ругаешься? Ну, красиво какой. Да? Красиво, Гриша? Все, так надо накормить его. Ну все, теперь здесь на кухне тоже порядок. Хотя сварил покушать, сейчас пойду его кормить. А на улице у нас, в принципе, такая хорошая, нормальная погода. Ветра нет, морозненько так. Вот, но прошлое 1 января было гораздо теплее, чем сегодня, чем в этот год. Вот, я там накормил хатюшку, все, теперь домой иду. Показываю, что мы подарили бабушке на Новый год, вчера обещал показать. Мы подарили вот такой вот столик, он на ножках ставится, сейчас я его расправлю. Ой, подождите, камера что-то вроде замарла. Лучше он будет, да? Вот такой вот. Такие два ножки зацепился. Вот такой вот столик классный. На ножках здесь с ручкой, но у нас здесь похоже на втором этаже, но без ручек. Короче, заказали, и она как раз на ноутбуке сериалы смотрит, фильмы на кровати, и чтобы ей было удобно его сюда ставить, он как раз сюда влезет. Или можно просто, например, сюда чаек поставить. Короче, он ей очень нужен, и поэтому мы решили ей подарить вот такой вот столик. И еще сейчас покажу вам мышку, которую мы подарили папе на Новый год. Вот, она на втором этаже уже подцеплена. Ну, короче, вот такой вот столик классный. Вот, смотрите, опять мы подарили вот такую вот мышку игровую, прикольную. Она светится. Видите, меняет цвета свои. Вот такая вот мышка в темноте выглядит вообще круто. У нее такой шнур плетеный, чтобы не ломался. И в подарок шел коврик. Вот такой вот. Тоже классно. Покупали по очень хорошей скидке, так она дорого стоит. Но по скидке была цена, грех не взять. И мы купили. Фирма, если кому-то нужна, вот такая вот фирма, Defender. Вот, и тут еще в этом коробке в подарок шел код специальный для игры War Thunder. Вот, здесь дается какие-то преимущества, что ли, 7 дней бесплатно VIP дается, вроде как. Но папа в эту игру не играет, он в танки играет. Ладно, я сейчас немножечко посижу за компьютером, посмотрю что-нибудь. Так, ребята, я вас поставил на полочку в ванной. Ну-ка. Ну, вроде вы нормально стоите. Все, я буду заканчивать это видео. Наше 1 января подходит к концу. Сейчас уже время 4:13. Ой. Такой ленивый день, но все равно я хоть что-то не поделал, так немножко походил, поудирался по дому, чтобы сильно не расслабляться. Вот сейчас все отдыхают, потому что мы легли поздно, мы, короче, легли. Лично я лег в 5 часа утра, папа лег где-то в 4 примерно, бабушка в 3:45, а мы с мамой в 5:30, да. Потому что я еще за компьютером посидел, как обычно. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр, всех еще раз с наступившим Новым годом. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.